Сегодня в выпуске. Невинная шутка. А где водитель? Пошел к вам. Водитель с пассажиром устроили розыгрыш в пути. Ошибка на миллион. Фура попала в серьезную аварию на трассе. Ночная погоня. Всем осторожно, он бортует, он мятся. Лихач протаранил машину ДПС. И много других дорожных историй. Ну же идет, быстро идет, Веталь. Идет? Идет он быстро. Быстро, где он идет? Он быстро. Он видит? Это пластик все равно. В украинском городе Одессе двое приятелей подшутили над инспекторами ДПС и сняли свой розыгрыш на видеокамеру. Милиционеры остановили легковушку, но когда один из них подошел к иномарке, водитель уже сидел на заднем сиденье. А где водитель? Пошел к вам. А что, не было его? Молодые люди сообщили, что оба пассажиры, а водитель якобы отправился к полицейской машине. Автоинспектор немного растерялся и пошел посоветоваться со своим напарником. Обиделся он. Пошли у него водителя потребуем вернуть. Пошли. Подожди, надо немножко посидеть. Весельчаки придумали, как продолжить розыгрыш. Они подошли к патрульным, чтобы поинтересоваться, не знают ли те, куда пропал их мифический приятель. Наш товарищ Андрей, ну пошел к вам что-то там смотреть, вы же остановили, и пропал где-то. Не видел никого. Вы не видели? Милиционерам не понравилось, что их явно дурачат. Если любой... камера направлена на меня просто. Ну вообще-то это не камера. Ну что? Это радар. Ну вы можете ее называть как угодно. Это радар. Я уже был просто у вас в Одессе как-то полгода назад, там общался с инспектором. Угу. Это радар на обороте. Несмотря на просьбу убрать камеру, балагуры продолжили дурачиться. Мы сейчас хотим выяснить, да или нет, настоящего инспектора нет. Если бы он мигал красным, там точка есть такая, значит вы оборотень. А он мигает синим, значит вы настоящий инспектор. Ну, все-то проверили, нормально. Не, ну мы всегда ходим с ним. Синим мигает? Да. Все-то отверните его в другую сторону. А вдруг сейчас красным смигает? А ну поверни на этого инспектора, настоящий или нет? Милиционеры посоветовали шутникам не мешать им работать, а лучше отправиться на поиски якобы потерявшегося водителя. Очень рад, что познакомились с настоящими инспекторами, что наш радар не показал никакой красной точки. Удачной вам работы сегодня, ребята. До свидания. Только Андрюха, найдите. Андрюха пропал, куда-то чухнул. Розыгрыш запросто мог закончиться поездкой в отделение милиции. На счастье весельчаков, инспекторы ДПС оказались с чувством юмора. Как-никак, Одесса. Смоленская область. Фура опережает идущий в правом ряду грузовичок. На ее фоне он выглядит как игрушечный. Когда машины становятся вровень, длинномер неожиданно заносит. Фура выталкивает «Газель» в кювет, а сама вылетает на встречную полосу. В результате аварии несколько секций отбойника сравнялось с землей. К счастью, такая же участь миновала водителя фургончика. В Красноярске, неподалеку от остановки общественного транспорта, пешеход выгуливает собаку. По тротуару он идет покачиваясь, видимо, недавно крепко выпил. Пока собака играет на газоне, хозяин терпеливо ждет. Но потом вдруг резко разворачивается и, не глядя, выбегает на дорогу. Со всего маху мужчина врезается в автобус и плашмя падает на асфальт. Удар достаточно сильный. Первые несколько секунд пострадавший не шевелится, а потом поднимается на ноги и, шатаясь, уходит. Водитель автобуса даже не остановился. Скорее всего, он не заметил пешехода. Удивительно, но пьяный хозяин собаки остался цел и невредим. Нижний Тагил. Водитель «Шкоды» мчится по улицам города. Камеры наблюдения фиксируют его с разных ракурсов. Легковушка виляет среди машин, обгоняя их то справа, то слева. После чего резко ускоряется на прямом отрезке дороги.
На полном ходу «Шкода» врезается в стоящие на светофоре машины. Лихач даже не пытался тормозить. Лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не погиб. Виновник аварии был трезв, зато никогда не имел водительского удостоверения. Таиланд. На капоте автомобиля едет собака. Хозяева спокойно сидят в кабине. Псу становится скучно, и он ловко запрыгивает на крышу. Собака как будто чувствует себя супергероем. Ей абсолютно не страшно, и поездка приносит ей удовольствие. Правда, такой способ перевозки небезопасен. Страшно представить, что может произойти, если пес свалится с крыши. На одной из улиц Хабаровска автоинспекторы увидели стоящую посреди дороги легковушку. Как только патрульная машина приблизилась к подозрительному автомобилю, он неожиданно рванул с места. Полицейские бросились за беглецом в погоню. Право, останавливаемся. Последний раз предупреждаю, открываю огонь на поражение. На месте стоим! У легковушки был помят бампер и открыт багажник. Но это не мешало лихачу ехать на большой скорости и игнорировать требования автоинспекторов. На месте стоим, не сомсание! Злоумышленник пролетал светофоры на запрещающий сигнал и подрезал полицейских. Вскоре нарушитель понял, что уйти не получится, и попытался схитрить. Он включил поворотник, якобы собираясь съехать с дороги. Но сам резко повернул в другую сторону. Уловка не сработала. Полицейские все так же сидели у него на хвосте, и к ним подоспела подмога. Всем осторожно, он бортует, он мятся. Лихач попытался вытолкнуть полицейских с дороги. Снова потерпев неудачу, он прибавил газ, вырвался вперед и неожиданно не вписался в поворот. При задержании он едва не сбил полицейских и протаранил их машину. Молодой человек, зачем вы от полиции скрывались? Вы что, не понимаете, что ли? Я и сказал без комментариев. А почему? Потому что... Также в салоне Ниссана находился пассажир. Но молодой человек якобы не видел и не слышал всего происходящего. А что скрывались-то от преследования? Кто? Вы. Да у нас музыка играла, мы не слышали просто, да и все. А в зеркало заднего вида маяки видели? Нет. Пассажир все отрицал. А в ДТП с патрульной машиной обвинил автоинспекторов. Милицию ударил в багажник, поехали. Ага, вот так вот. Да. Ага, а что вы скрывались-то от них? Кто? Вы. Да, ну... Пассажир оказался хозяином машины, а за руль он посадил товарища, так как сам был пьян. У обоих не было прав. Автовладелец никогда их не получал, а водитель был лишен за нетрезвое вождение. В результате обоим пришлось выплатить солидный штраф. Далее в выпуске. Женская логика. Я говорю, вы отказываетесь пробивать аппарат? Будьте сам. Нарушительница считала себя невиновной. Хам на зебре. Пешеходу чем-то не понравилась машина. По дороге в консерваторию. У водителя запела душа. А также, как всегда, погони, аварии и происшествия. У меня Лада, у няни, не пытаются у меня права забрать. На меня Шречка наехала. Лаша приедет. Они грузят меня, как будто дают подписывать. Я ничего не хочу. В Тюмени пьяная дама долго скандалила с инспекторами ДПС. А потом куда-то позвонила и заявила, что ее незаконно лишают прав.
На все оскорбления полицейские лишь просили Элеонору, именно так звали нарушительницу, успокоиться и подписать протокол. Но не обращая внимания на понятых и собравшихся зевак, она продолжала буянить. Славик, позвони, хоть он приедет ко мне на Меликаде, после Мостовского нахожусь. Я не знаю, если они меня отвезут на Зимакова, ты прекрасно знаешь, что будет. Ранним утром Элеонора не справилась с управлением и сбила мусорные баки. Чтобы не ремонтировать машину за свой счет, девушка решила схитрить и, несмотря на алкогольное опьянение, вызвала инспекторов ДПС. Приехавшему экипажу дамочка заявила, что неизвестный водитель врезался в нее и уехал. Какого ДТП? Так а что вы не ищете второго, кто на меня наехал? Давайте не будем материться. А что вы его-то не ищете? Вы что на меня, на бабу одну напали? Все, давай. Нет, Станислав, подождите, не ругайтесь вы. Успокойтесь, дай пожалуйста. Дай мне выйти. Полицейские усомнились в правдивости слов и предложили Элеоноре пройти алкотест. Да, я выпившая. Элеонора Станиславовна. Но я за рулем, не сидела сейчас автомобиля. Элеонора Станиславовна, люди гражданские ждут, они без головных уборов. Пусть ждут, мне тоже холодно. Все, вон, едем. Отказываетесь? А что, зачем? Я говорю, вы отказываетесь продувать аппарат? Дуйте сами. Вы отказываетесь или нет? Я думаю, что... Недоверие полицейских оскорбило Элеонору, и она устроила скандал. Правда, через некоторое время дама сдалась. 0,98. Искандер, да? Настроение у нарушительницы менялось каждую минуту. Пообщавшись по телефону, она снова впала в истерику. Выйти, дай, говорю. Я говорю, успокойтесь. Я говорю, выйти, дай. Успокойтесь, пожалуйста. Выйти, дай. Сейчас я все вам дам. Здесь роспись, согласен. Никуда никаких я расписываю. Отказывайтесь. Не обращая внимания на крик, инспектора ДПС оформили и забрали машину на штрафстоянку. Разъяренная девушка пешком отправилась следом и пообещала, что просто так это не оставит. Санкт-Петербург. В утренней пробке у двоих автовладельцев сдают нервы. Мужчины затевают драку прямо посреди проезжей части. Окружающие не спешат разнимать соперников. Единственная женщина-водитель требует прекратить поединок и освободить проезд. К ней прислушиваются все, кроме драчунов. Один из молодых людей вновь наносит несколько ударов сопернику. Возможно, кроме автоинспекторов, придется вызывать и врачей. Сочи. На повороте черная иномарка выезжает на встречную полосу. Это приводит к чудовищному лобовому удару с грузовиком. Удар настолько сильный, что от кабины грузовика практически ничего не остается. Невероятно, но обоим водителям удается выжить в страшной аварии. Открой дверь. В стороне от проезжей части пассажиры «Жигулей» наблюдают временное помешательство своего знакомого. По всей вероятности, водитель употребил какой-то психотропный препарат. И после этого молодым человеком полностью овладевает музыка. Знакомые бесноватого водителя едва сдерживают смех. К такому повороту событий они явно были не готовы. Как теперь ехать дальше, непонятно. Придется ждать, когда отпустят. Санкт-Петербург. Автомобиль останавливается на светофоре. В его сторону поворачивает пешеход. Кажется, что он хочет что-то спросить, но нужно ему совсем не это. Приличный с виду человек оказывается хамом. Трижды плюнув на машину, он уходит. Хотя кто-то из очевидцев подметил, что таким манером странный пешеход, возможно, хотел снять порчу с автомобиля. Сейчас я подъезжаю со стороны судгородка. Десятка темного цвета из стороны солнца виляет. Без номеров, тонированная вся. Как принял? В
поле зрения автоинспекторов водитель темной «Лады» попал не случайно. На улицах Чебоксар автовладелец неожиданно перестраивался, подрезая других участников движения, и резко трогался со светофоров. Полицейские начали преследовать подозрительную машину. Заметив проблесковые маячки, лихач резко увеличил скорость. 402. Вскоре к погоне подключился еще один экипаж ДПС. Нарушитель продолжал мчать вперед на высокой скорости. Водитель проскочил несколько светофоров на красный и проехал под запрещающий знак. Однако все попытки оторваться от преследования оказались тщетными. За рулем «Лады» 10-й модели оказался молодой человек. На переднем пассажирском месте сидела девушка. Удирая от автоинспекторов, лихач совсем не задумался, что подвергал риску ее жизни. Общая сумма штрафов, выписанных водителю, составила 12 тысяч рублей. В финале выпуска. Веселая компания. Выйди. Автоинспекторы отпустили домой нетрезвую мать с младенцем. Джентльмен из Калининграда. Водитель избил прохожую. Трасса не место для семейных ссор. Я говорю, ну тогда я сейчас вызову милицию. Авторегистратор снял необычное зрелище. Макс, дверь открой и выйди. Без моих автоматик. Выйди. Пьяную компанию молодежи задержали в Астрахани благодаря звонку очевидцев. На их глазах молодые люди распивали спиртное возле машины. Опустошив бутылку, они поехали кататься по ночному городу. К счастью, им на перехват подоспела полиция. Держи. При виде машины ДПС подозреваемый попытался скрыться. Однако понял, что удирать бесполезно, и остановился у обочины. В салоне 99-й «Лады» среди пьяной компании находился грудной ребенок. О безопасности малыша молодая мамаша совсем не думала. Вообще, на жизнь собственного ребенка, что ли, плевать? С маленьким ребенком ездить, с пьяным водить. Выписи это. В одноклассники, короче, контакты. Нетрезвая мамочка совершенно ничего не стыдилась. Криками и бранью она высказывала свое недовольство и винила автоинспекторов за то, что те прервали их веселую поездку. Остальные пассажиры тоже попытались вставить веское слово. Вы его не откроете дверь? Я имею право открыть дверь и разговаривать с ним. Вообще ему никто. Я защитник государственного правозащитника. Документов на машину у водителя при себе не было. Оказалось, что автомобиль он взял без спроса у своей бабушки. Родственники подъехали, как только узнали о случившемся. Один из них даже попытался проучить молодых наглецов. Чего нас ловили? Не трогайте. На повороте заглох. При чем здесь заглох? Кто вам дал право вообще? Я не знаю, Макс сам. Садитесь здесь, не надо перед ФСБ, не надо, камеры здесь снимаются. Водитель уверял, что не пил ни капли. Но тест на алкоголь он с треском провалил. Видимо, с досады молодой человек решил все свалить на друзей. Якобы это они подговорили его взять машину. О возможных последствиях и о том, что грудничку давно положено было спать, никто из компании даже не задумался. Кирово-Чепецк. На выезде из города водитель легковушки решает развернуться. В это время набирает скорость попутный автомобиль, который он не замечает. Несмотря на усилия затормозить, автомобиль врезается в бок поворачивающей машины и вылетает в кювет. Если бы водитель Митсубиши и сам не торопился с разгоном, то наверняка бы объехал невнимательного подрезалу. На одном из пешеходных переходов Калининграда к прохожей подбегает мужчина и наносит несколько ударов по лицу. Дама отбивается, но силы явно не равны. Водители равнодушно наблюдают за происходящим. А дебошир продолжает размахивать руками. Он останавливается лишь когда из сумки пострадавшей выпадают продукты.
Со слов очевидцев, нарушитель ехал на «Ладе» 10-й модели и едва не сбил женщину, которая шла по зебре. Это и стало причиной агрессии. Самое интересное, что на лобовом и заднем стеклах машины была наклейка «Инвалид». Видимо, с головой что-то не в порядке. Нижневартовск. Водитель долго стоит на повороте и не решается нажать на газ. Машины едут одна за другой, и, кажется, этому не будет конца. В ожидании проходит уже несколько минут, но ситуация не меняется. Устав стоять, хозяин «Лады» неуверенно выезжает на дорогу и вдруг резко тормозит. В ту же секунду в его машину влетает УАЗик. Теперь на этом перекрестке владельцу «девятки» придется простоять не один час. Машина с видеорегистратором едет по загородной трассе. На первый взгляд дорога хорошая, но это только кажется. На самом деле на проезжей части гололед. Автомобилист за несколько десятков метров видит, как едущая по встречной иномарка теряет управление. Он жмет на тормоз, но с каждой секундой расстояние сокращается. Держитесь, держитесь! Итог аварии – две разбитые машины и несколько пострадавших. Смотри, Андрей, спасибо большое. Да, я хочу смс-сообщение почитать. Весьма странную картину увидел автолюбитель в Москве, когда возвращался с работы домой. Перед Альбертом с включенными аварийными огнями остановился джип. Из машины вышла девушка и легла на проезжую часть. Девушка разлеглась на дороге, как на пляже. Вскоре к ней подошел ее пассажир и стал уговаривать подняться. Но все было бесполезно. Она сказала, что нет, я не поднимусь. Я говорю, ну тогда я сейчас вызову милицию. Девушка капризничала и не хотела вставать. Альберт решил, что будет лучше позвонить в полицию. Виновница происшествия занервничала и, наконец, села в машину. Внедорожник уехал. Когда Альберт догнал его, парочка в салоне что-то бурно обсуждала. Если девушка решала семейные проблемы таким способом, то она могла только ухудшить ситуацию. Чем они думали оба, я не понимаю. Ну, парень, ладно, вышел как бы к ней, а чем думала она? И потому что либо я мог ее сбить, либо другие просто лица, которые ехали позади меня. Сцена на оживленном шоссе могла закончиться трагически. Да и лежачей забастовкой ссору вряд ли решишь.